Итак, наш сегодняшний семинар, наверное, самый такой целостный тематический момент, посвящен основной теме нашей летней школы, жизни. И у нас сегодня три доклада. Первый доклад достаточно такая общая попытка задания вообще пространства мышления про образ жизни, доклад Татьяны Мудаважской. Доклад Виолетты Ермаковой с интригующей названием «Городок разрушения мыслью» и Иван Веденин с рефлексией жизни студентской школы в новом годе и с нанесением неких проблем, неких демократизаций. Я так думаю, что мы распланируем наше время следующим образом. До паузы, я думаю, что это часа полтора у нас есть, возможность выслушать Танин доклад, судить и разобраться с образом жизни окончательно и бесповоротно. Возможно, после этого все последующие доклады станут неактуальными. Потом мы прервемся на паузу, и у нас до обеда еще будет 2 часа на 2 следующих доклада. Я думаю, что они будут немножко более скромными по объему. Татьяна, прошу, у тебя есть, я думаю, 30-40 на перемещение всех своих мыслей. Стараюсь донести свои думки. Тема моего роздуму и выступу журнала «Життя» в університеті, але спочатку мені треба його не вкладкувати, ну, інше, ну, неке розуміння. І моє розуміння тут ось чого. На мій погляд, такі з'яви. З'яви соціально-культурні, там, інституції, як, не знаю, церква, армія, університет, ну, університет в цьому шеренгу. Вони мають їх сутність, так, і вона має некілька різних проявів, так, і некілька різних, може бути зафіксовано у неких таких різних, не знаю, матеріалів, як я б сказала, так. І для мене зараз істотно ось три таких різних матеріали, які, ну, праз, які я проступаю. В цей самий університет, праз, які він існує. І перше, ось я там малювала, перше, це те, що, ну, я б назвала этосом, ці гэта некий комплекс ідей, які взяты як каштовності. Ну, тое, што мы адносім да нейкага сэнса універсітэта. Так, ну, ці нейкі іншы там універсітэта. Бо гэта вось той комплекс каштовності, пра які казаў Вячеслав учора, я, правда, не кажу пра прыярытэты і гэтак далей, але вось нешта, што прымаецца як сутнасць універсітэта і тое, што прымаецца як каштоўнасць. І гэта такі складнік этасны. Можа, ну, не надта прыдзірайцеся да назваў, гэта хутчэй вот, ну, нейкая такая ідэальны каштоўнасны складнік і вымярэнне. Вымярэнне, існаванне, фіксацыя універсітэта. Другі складнік і ці іншы матэрыялы, якім, ну, як бы фіксуецца універсітэт, там захоўваецца, транслюецца. Гэта тое, што тычыцца, ну, нейкай арганізацыі дзейнасці, так? Гэта структуры, гэта адносіны, гэта правілы і гэтак далей. Ну, вось тое, што мы звычайна бачым там, ну, напрыклад, там, там адукацыя як арганізацыя дзейнасці, мы ведаем, там ёсць нейкія пазіцыі, ёсць нейкія адносіны, ёсць нейкія функцыі і гэтак далей. Вось нейкая арганізацыя дзейнасці, структура, зафіксаваная ў вось нормах, адносінах і гэтак далей, гэта іншае, праз што мы можам бачыць у універсітэце. Зразумела, што яны звязаны паміж сабой. Гэта як бы вось ёсць нешта, якое праяўляецца праз нейкі матэрыял. І трэцяе, да чаго я буду весці, от, і што з'яўляецца таксама асноўным, як мне падаецца, вось такім складнікам ці праявай, гэта той самы лад жыцця, які ось, на мою думку, гэта тое, што фіксуе ідэі, каштоўнасці, структуру дзейнасці праз, ну, як бы чалавечае вымярэнне, ці вымярэнне майго асабістага раскладу часу, маіх асабістых дзеянняў, гэтак далей. Вось там у сталогі, напрыклад, ёсць, ну, даволі такая даўняя традыцыя гэтых ладаў жыцця, ну, вывучэння ладаў жыцця, і праз іх фіксуюцца розныя там сацыяльныя ці культурныя групы. Можна, ну, там, казаць, што
ну, такие один из боков, ну, фиксации, так? Возразумела, ну, например, там, нет, литератор, просто по ладу життя, ну, литераторы, там, ну, нет, там, мостаки, и они живут по-иншему, их по-иншему складен час, их, есть иншее место, где они бывают, у них есть, ну, иншие, ну, это звички, и так далее, чем, ну, например, там, працівники там заводу, ці люди, які працюють на селі. У них просто інший там розпорядок. І я думаю, що це так само, ну, такий відбиток, так? Відбиток на чоловічому житті, відбиток той самої ідеї, той самої структури, але ось, ну, неке таке індивідуальне вимірення. Більше за той, я думаю, що фактично без... Можна знайти там ще некі такі складники, ці способи фіксації, але без вот этого складника, ну, то бок без человеческого вымирения, коли вы некие люди на себе несут, на своем жизни несут, вот все это, фактично ни одна институция не существует. Ну, как бы она заховывается тогда, как, ну, некие там идеальные, некие идеи, эти каштовности абстрактные, например, так? Те, как махчимая структура деятельности, до якой, ну, якой никто не живет. И вот я их так намалявала, и то, и как они, ну, заполняются, я бы сказала, что это такие, ну, ось, относины взаимного заполнения, так? Бо з'являється некая идея, и под ее мы нечто выбудовываем, там, некие структуры, и потом там начинаем жить. Ти наоборот, то есть живи неким ладом життя и не находить в себе, ну, не веду, там, место у социальной, там, структуры деятельности, начиная знаходить некую базу там идеологичную, каштовностную и выбудовывать там некие там структуры и так далее. То есть, я думаю, что это такие связанные речи, и на сегодня уже то, что ты летучего университета, больше или меньше некое наполнение, да, мает, то есть, ну, эта частка. Бо так или иначе, уже там кольки годов мы обмерковываем, будуем вот эту систему, ну, идей, на яких, ну, что есть университет, до чего мы імкнемся, что есть для нас каштовностью. Может, там нема докладного консенсуса, нема там парадку, але, ну, нечем оно наполнено. Так или иначе, есть некая структура деятельности. А вот без, ну, и покуль мы не доходили до этого склада, не анализовали его, не, ну, не выбудовывали его. Я думаю, что, ну, ненавито зараз это, ну, наша задача. И тогда я коротенько позначу просто, что есть тут и тут, ну, и потом трохи поразважаю про то, что отповедное тому, что есть тут и тут, повинно быть тут, как мне подается. Что есть тут? У этой сети, у идеи, какие, ну, приняты як каштовности. Мой спис близкий до того, что сказал Федорович Стал, но я позначила там прикладно так. Тут есть идея мысления як того, что мы шукаем, до чего імкнемся, ну, до чего імкнемся. Ось наш, вот, такий шлях. Тут есть Беларусь як некий объект того же самого мыслення, як объект клопоту, як тое, ну, як бы, як объект отказа. Сюди йде Беларусь, сюди йде та сама індивідуальність, ці самовизначеність, ці праці над собою, так само як об'єкт праці. Ідеологічність, а? Демократія. Ось для мене демократія це все разом. Якби, ну, ось тому навіть я і сказала, що я на, ну, я думаю, навіть тут зараз це не так важливо, я просто позначаю, щоб, ну, було зрозуміло, що я маю на увазі тут. Это я каштовності. Біологічність. Косівіє було, все одно демократія. Біологічність. І я б ще позначила те, що ми, ну, може, не так шмат уваги наділяли, але гульня як, ну, некий такий принцип відкритої будучині. Що є тут? Між іншим, ось тая, ну, минулая летняя школа, я как раз спробовала отсюль, ну, неяк наполнить вот эту участку, ну, и там, а прошлый год мы неяк
спробуем жить у той системы организации деятельности, якая, ну, як на мой погляд, есть отбитком, ну, так само, этих идей. Тут я зараз не буду перелічувати все, что написано. Там были такие 13, коли вы памятаете, там все трошки меньше топов. Я пишу. Правда, Ірині Дубінській не подобалося 13, але я тут нема, тому можна писати 13. Топу, які, ну, взяті там, ось це лекції, семінари, школи, різні місця, різні форми організації праці, які з'являються не самі по собі, а з'являються такою забезпеченням того, каб думка, розгортування думки, ідеї було забезпечено. Так, это от пошуку, проблематизации, распрацовки, критики, встречи с другими думками и трансляции. Вот, ну, это была такая спроба вызначить комплекс мест, которые обеспечивали вот этот шлях. Да? Когда мы берем эту, ну, там, думку, эту идею с собой и идем, ну, с ней, как она развивалась. Это гэта 13 тыпаў, ну і яшчэ я тут просто пазначыла асобна. Гэта спецыяльныя месцы для рэфлексіі, самаарганізацыі і вось, ну, некае самапраграмаванне, ну, тое, што тут адбываецца. Універсітэцкі семінар, летняя школа, праектная сеть і так далей. І, ну, для мяне гэта просто две праявы аднаго і таго ж. І тады, вось, гледзячы на гэта, а чым, ну, у чым там павінен, яким повинен быть лад життя, да, с этими каштовностями, идеями, с такой организацией працы. Это не значит, что это сконченное, ну, заполнение. Але, если мы тут не починем заполнять, то мы не сможем, ну, нормально менять и развивать то, что есть в меньших местах. Ну, Татьяна, а вопрос так, уточните. Давайте. Так, не понял, идеологичность. Идеологичность, да? Идеологичность. А, идеологичность. О. Лад життя – це те, що треба будувати, або це те, що само складається з останніх часів. Ви знаєте, я так само, навіть у мене був такий, така ідея, мені про це розмовляти, про штучність і натуральність цього самого ладу життя. Я думаю, що, як ви трох разов догадаетесь, я думаю, что это штучно-натуральная вещь. Зрозумела, что она не может складаться, ну, вось, абсолютно, ну, например, вось, это, напомню, наибольшая штучная вещь. Так? Ну, мы некую организацию, там, працы, некие технологии выбудовываем и там фиксуем, и она иснует, ну, и можно иснувать довольно так, как бы, абстрактно, объективно и незалежно от нас. Зрозумела, что лад життя, это, ну, как бы, абсолютно человеческое вымирение, и его, ну, вот так просто не задашь. Але, коли вы потрапляете, например, в некое место, коли там больше-меньше жесткие, ну, как бы, выставленные умовы, вы изменяете, ну, выключаете свой лад життя, там, вы не изменяете. Нет, это все равно не... Ну, пусть праз, например, организацию працы, можно изменить ваш лад життя. Вы идете працевать, там, ну, не ведаю, с там, фабрики скончили университет, и идете працевать у скончили университет, там, те институты, идете працевать в университет, у вас изменяется просто распорядок дня. И это, ну, как бы штучно, это не, ну, не само собой. И он изменяется просто потому, что, ну, потому что там, там стоят занятки, тут стоят конференции, тут есть необходимость там, сидеть в библиотеке, там, библиотечные день есть и так далее. И в принципе, там, лад життя, ну, те частки лада життя, расклада, его можно выбудовывать, ну, там, те навязывать. У армии ты приходишь, и все, весь лад життя у тебя изменился, ну, потому что на некий час. Тому это махчима, ну, махчима штучная одна. А мы ведем размову про лад життя в Оголе, альбо про университет. Конечно, про университет. Навык про университет. Ну, на во что, как так, то казарм. Я кажу про то, что, в принципе, лад життя, он, ну, как бы, справа, там, я штучно натурально. Это мы пытаем. Ну, и университет так само. Когда вы приходите у, ну, некую, там, я думаю, навык, вот, это поравнание
вывучаем там ЮРУ і Білорусських університетів, да? І перше, що кажуть, ну там твої студенти, вони ж кажуть не про, ну, вони кажуть про якісь навчання, ну це, я думаю, це просто це ідеологічність, це нав'язане. А перше, що з чим вони зустрікаються, з тим, що вони перебудовують свій розпорядок часу, свій, ну, вищий, не той час. В принципі, для мене там, ну, напевно, є шмат вимірень. Я б сказала, що тут це перш за все тоє, ну, якби хронотоп, так? Куди тече час, ну, наперед, назад, по колі, ритм некий, місце, які, ну, в цей час укладаються. І, ну, так, ось, напевно, це такий головний, те, що можна принаймні зафіксувати. І про що можна там побачити, ну, наприклад. Чи з'явилася там, ну, неяка супольність, супроводник, коли вона не живе, ну, неяким адметним ладом життя, ну, а просто там, это, погодилася з каштовностями, достигла консенсуса небывалого того, что все мы там за демократию и так далее, але коли они, ну, не вылучаются в неким особенным ладом жизни, их можно зафиксовать у часе, у местах, у там относинах, у тем, что ты робишь в разных местах. Ну, это на самом деле все явно и неживое. Я про это. И тому, коли я кажу, что тут повинно быть, я думаю, что Пасково, и оно уже есть. Але, може, ну, розуміння гэтага, ну, спадзіння неяк на, не веду, больш там каштылізацію, там, розуміння, работу, працу з собою, там, з сваёй індивідуальністю, калі, ну, мы хацелі падпавядаць гэтай ідэі. Сказала? Ну, вы сказали сваё бачанне. Ну, конечно, я ж не могу лучше бачанне. Я ваше высказаць. Хорошо. Тоді я ось позначила, здається, там є 6-7 характеристик ладу життя, про які, ну, мені принаймні думати, треба думати і треба обмірковувати. Перше, я ось сказала, це накірунок часу. І ритм, ну, чи може бути різне. Ось, це параметри ладу життя, так? Так. Угу. Ну, які характеристики, параметри, угу. Куди тече час. Ну, і зрозуміло, що там йон, ну, може там текше, звичайно, по колі. Ну, наприклад, коли це традиційна там неяка культура, традиційна супольність, то час йон, ну, вимирається там колом, да? Ми йдемо по одним і тим же містах. Як би вертаємося, і це, ну, головна прикмета цього ладу життя. Ну, ось, звичайно, кажуть, що селянський, ну, принаймні, не теперішній, а такий традиційний лад життя, і він такі колово. Як би, є природні, там, ці агрономічні ніякі коли, і поїхати. Зрозуміло, що, ну, університет – це не той, ну, принцип часу. Так само, це не принцип, ну, як мені подається, ось, ніякого прогресивного такого разгортывания, ці у будучыню, ці у минуле. Калі час, ну, калі мы глядзім на час, як на набліжэнне да чагосьці, што мы ведаем дакладна, ну, да чаго мы набліжаем. Ну, так, прагрэсна, бліжэй, далей. А вось учора Алесь, калі распавядаў пра, Алесь Малянчук распавядаў пра вусную гісторыю, і там была такая добрая формулёўка, яна тычыцца вусная гісторія, але мне падаецца, што вона таксама тычыцца вымярэнні часу у, ну, ва ўніверсітэце. Ён казаў, я не дакладна, канешне, працытую, ну, што там, нешта там, вусная гісторія, ці вось час у ўніверсітэце, гэта мінушчына і сучаснасць, на якую мы глядзім праз будучыню. Калі да гэтага дадаць, што гэтая будучыня не одна і тая ж, ну, як бы не вызначаная абавязкова, а можа мяняцца з кожным, як бы, раундам вось гэтага пераасэнсавання, вось я думаю, што прыкладна так цячэ час ва ўніверсітэце. Ад вось гэтага асэнсавання мінулага, цяперашняга праз будучыню да наступнага такога асэнсавання. І гэта могуць быць, ну, ну, не зусім там розныя, напэўна, накірункі, але гэта не такі, не просты шлях, ну, як бы, адсюль да камунізму. Ну, тады, калі мы ведаем пра камунізм.
гэта што тычыцца куды цячэ час і ад гэтага рытм нейкі часу. Дык а які рытм? Зараз. Прабачце. Ну, наприклад, ритм сучасного там адукаційної установи чи університету, да, від сесії до сесії живуть студенти весело. Ну, це смішно, але це ж правда. Ну, якби ритм, ну, я думаю, планування, да, свого життя. Він, ну, ті від сесії до сесії, ті від початку до, ну, диплому, він вимирається, ось, ну, гэтими кропками, да? Я коли думаю про що є кропки в тим університеті, про Лятушому університеті, про який ми говоримо, зрозуміло, що це, ну, не від сесії до сесії, бо там просто нема, ну, ось тої цієї прогресивної мети, ну, отримання диплома. Там спокійно нема. І тому, ну, просто вимирати цими відзнаками, наприклад, немагчимо. Тоді треба вимирати ось, ну, гэтими кропками визначення наступної мети. Так, ну, некими такими програмними кропками, і яны, і між іншим, це тычыцца на усіх. Я зараз кажу не про этих выкладчиков, академиков, студентов, а вогуле про усіх. І гэтыя кропки, зрозуміло, абсолютно індивідуальні. Ну, як бы, ось гэты шлях. Ну, індивідуальні ці колективні, ну, сенсі там можуть бути групові, але яны не, як бы, не агульна університетські, як сесії, так? І я думаю, що гэты рытм, ну, ці разні рытмы, ось гэта, ну, може галоўнае, як бы рэперныя кропкі, гэта пераасэнсаванне і вызначэнне нейкай наступнай, ну, вось, наступнай мэты, да, бліжэйшай мэты. А рытм, ён такі розны. І таму, некий агульный ритм университета, и он повинен быть, ну, агульные кропочки, и они повинны быть максимально формальные, чего зараз, например, на жаль, нема, да, мы утягиваемся в, ну, вось, эту традиционную, там, стереотипную, это початок научального года, конец научального года и так далее. То есть, я думаю, что это мы неправильно робим, чтобы не за этим попытаться. То есть, эти кропки повинны быть агульные, повинны быть абсолютно формальними, не прив'язаними до змісту шляху кожного, ну, ці групи. Ну, все равно, розумієш, некі кропочки, вони, ну, будуть. Ну, може не потрібно, може правда не потрібно, правда, ну, не веду. Так а чим тоді дренні ось гэтые, які є? Ось початок навчального году, конец, вони абсолютно, ну, формальні, там, не прив'язані. Ну, так, ось чому я казала про гэтыя праявы, да? Як бы пачатак, канец навучальнага года, яны звязаны з там распарадкам дзейнасці, і яны звязаны з тым, а што, ну, як бы, у чым сэнс. І пачатак, канец навучальнага года, у прынцыпе, да, гэта там ёсць сэнс навучальнага года. Там набору, іспытаў і гэтак далей, пераходу. Яны не такія ж і фармальныя. Яны не такія ж фармальныя. Ці трэба іх проста фармалізаваць, ну, як бы, до конца. Ці наповнить неким там іншим сенсом. Ну, тут головне для мене з гэтай рытмікай було тое, що яна не агульная. І яна прив'язана хутчэй до ось гэтых індивідуальных програм ці шляхов, ну, пераўсталявання. Хутчэй, чым ось да, ну, нейкіх таких адукаційних, ці дослідчих, ці ще не працюють. Ти кажеш, що те, що ти розповідаєш про життя, це, ну, так само ментується на тим, що вже, ну, не складається за цей час, ну, там, на ніку перспективу, там, як це там, могло бути постійно. Як, ну, там, легко поняти про життю життя? Чи можна, ну, ні, як приклад, вже, там, нашої історії розвиття університету, ну, які ось в цій ритміки, ну, в цій ритміки, там, не попадаю в ей. Ці гэта просто паказакі так на будучыню, як гэта там павінна быць? Я думаю, што больше паказакі на будучыню. Бо, ну, мне падаецца, ну, чаму я кажу, што там, пакуль я пра гэта думала, я зразумела, што гэта, ну, я як бы сама так раблю, да, што вось мы перад пачаткам наступнага года думаем пра тое, як там сфармаваць, ну, як бы, і нашы, ну, цыклы, ну, не ведаю, там, курсы, ну, нейкіх справ, да, яны прывязаны ўсё да, вось,
до гэтага года, які яшчэ і навучальным завем, што мяне там збівае канчаткова, а гэтая рыбка, яна абсалютна з іншай прасторы зададзеная, ну як бы, не так, не так. У рухні життя та університет. Гэта там визначення, там некая там агульная траєкторія, некая агульная задача, не ведаю, там асэнсаванне сітуацыі, якую можна. Гэта про тое самае, ці гэта некі такі, ну, новыя абсурды. То есть как гэта суадносіцца? Ну, я думаю, што вось гэта, ну, ідэя, напэўна, трэба тады там казаць пра нек, пра як гэта, рознасць. Розность рух, ну, розность субъектов рушит, да, есть, ну, некое развитие университета, ну, как идея университета, вот, там, структура университета и так далее. И для его, напевно, там, не знаю, конференции, гульни, эти летние школы, это, вот, ну, такие кропки, формально там поставлены на как-то раз на год, ну, про які мы проходим. Але есть еще индивидуальные траектории. И они, в принципе, не могут быть привязаны, не повинны быть привязаны до, да, ну, именовито гэтых агульных. Ну, как бы, когда мы вызначаем нечто агульное, оно, ну, точнее, рамковое, чем, ну, агульное в сенсе однольковое для всех. С завтрашнего дня все мы там вырашили, что треба заниматься там некой там темой, и пошли там разом працевать над этой темой, да. Почали, скончили, подумали и почали працевать про иншую тему, ну, например. Ну, как бы, что это разнопорядка. Может, имеет смысл говорить о множественности ритмов? Так, так я не скажу, что это, ну, разные ритмы для разных субъектов внутри. Так. Я вот, коли дозволите, относно ладу життя и относно этих ритмов. Справа в том, что есть некая логика возникновения любой з'яви. Любая з'ява може узникати нове, або знизу, або зверху. Іншими словами, спочатку, ну от уявіться собі, нова з'ява повстає. Як це відбувається? Люди починають неким чином поводити себе у некій ситуації, новій. Ну, наприклад, літучого університету ніколи не було, і він з'явився, і вони неким чином себе просто поводять, ну так, інтуїтивно, нечто робиться, отбывается, и таким чином складаются относины, так, как шаблоны поводят. Это возникновение з'явы снизу. Она формуется, поступово структуризуется, и далее можно занотовать, какие кроки, в какой последовательности. Фактично она снизу сформировалась. Другий шлях возникновения – это сверху. Иными словами, у нас есть идея летучего университета, где мы докладно ведаем все, что повинно отбываться по кроках. Мы усталёвываем эту последовательность, и все люди, которые туда приходят, они включаются просто у эту структуру, и таким чином поступово формуются отношения. Иншими словами, ну, спочатку правила возникают, а потом отношения формуются под это. Ну, правда, есть, ну, добре, я не буду просто отбиваться. Вот, про что мы зараз говорим? Вот. Летучий университет формуется снизу, так? И вот реально складывается знизу он формуется. Вот эти отношения складаются как раз так, как они складаются. А сейчас мы стараемся просто осенсовать, что склалось. Треба это корректовать или не треба? Треба замацовывать у правилах или не треба? Короче, логика доклада абсолютно отворотная. Тут же спочатку этос, питание на початку. Это, я сказала, это три проявы. Ось я спробувала Анатолію, ну, приклад на той самий тезвіт, ну, не зрозуміло. Ось я думаю, що зверху знизу – це такі абсолютно ідеальні типи. Так, так. Я це розумію, це теорія така чиста просто. Я і кажу, що… А я не змішаю, ми зрозуміло, що… Ось на сьогоднішній час, так, є більш-менш запрацьовано, так? Ось тут, ну, і ось тут. Тим чи іншим чином ми починаємо, ну, ці частка людей, більше починає жити
ну, арыентуючыся у гэтай там сістэме, як бы складаюцца нейкія адносіны, перакройваецца нейкі там лад жыцця кожнага паасобку, але вось тое, што я зараз там раблю, гэта хутчэй асэнсаванне таго, што ёсць, і асэнсаванне таго, што павінна быць. Бо яно не складаецца само па сабе. Бо калі я не вырашу, што мне там трэба сваё жыццё уставіць там нейкія абавязковыя часткі, то яны туды не ўставіцца. Бо няма ніякай ўжо гатовай структуры, вось як гэта армія, да? Куды ты прыходзіш, яна ўжо гатовая. Ты нікуды не дзенешся, ты проста, ну, у фіспус. Калі гэта паўстане, вось я, ну, там намалявала гэтыя стрэлачкі. Зараз нешта такое ёсць. Вось для кагось ўжо ёсць там, напрыклад, традыцыя прыязджаць улетку на летнюю школу і тут ж універсітэта, і нават можа некалькі чалавек разумее, што наступным летам яны абавязкова павінны туды паехаць. Бо гэта ўжо частка жыцця. Але ну, як бы, я не магу сказаць, што там гэта ўжо ёсць. Я б, напэўна, сказала, што гэта павінна быць, але гэта не значыць, што гэта будзе, ну, таму што я так скажу. Гэта будзе, таму што я сама буду ездзіць, ну і магчыма штосьці. Ну, я вось патлумачу. Самы першы даклад, які ў нас быў? Статут устанаўлення. Так. Варта ці не варта? Што такое статут? Статут гэта і ёсць замацаванне тых правілаў, альбо запісанне тых правілаў, па якіх павінна жыць летучы універсітэт. Іншымі словамі, у нас тут пытанне толькі адно. Альбо мы грунтуемся на тых адносінах, якія склаліся ўжо, і замацоўваем іх у статуце, альбо мы усталёўваем правілы і змяняем тыя адносіны, якія ўжо ёсць. Я да чаго? Тут вот ёсць яшчэ адна рэч. Летучы універсітэт? Нет, давайте я до конца расскажу. І на сім'ї я так само могу приклад привести. Значить, глядзіце, летучы універсітэт уже існує некий період часу. Спочатку гэта була некая група людей, які пачалі і усталювали некі адносини. От коли долучаються нові люди, коли вони приходять сюди в університет, то вони вже вимушені встраюватися в ті відносини, які вже склалися. Чому виникає питання структуризації і написання статута? Тому що постійно приход нових людей вимагає, ну, щоб вони легше улівалися у це все. Необхідно докладно ведати, що і як відбувається. Я була б щасливим чоловіком. Ось те, що придумав Маткевич, там ці разом неке велике супольство. Ось, ну, ми винайшли, придумали, а остатні, які приходять, повинні, ну, як би, до гэтага долучиться і змяніться. Не, не повинні, вони ну, просто уключаються. Ось вони уключаються, але коли вони уключаються, то наші установки і життя роблять так, що змяняються не тільки вони, ну, так, ми і я. Це правда. І як би, ось, і сюди додаються там некі зміни і у саму ідею, вона становиться трохи там інше переасенсовується і так далі. І у структуру діяльності, бо коли туди настраюються за ті люди, які ну, нібито на початку кажуть, добре, давайте, все рівно, це ось, ну, немагчимо один раз зафіксувати, тому я на початку ось казала, да, що ще два роки тому Павел Барковський ну, некілька разів там, у нас кожен раз історія повторяється, ми збираємося, нещо там обмірковуємо такое, він каже, ну, давайте так, ви ось Визначиться ось як я, ну, як ви лічите, як повинно бути, визначиться місце, куди я мог би убудуватися. Я вирішу, чи можу, чи ні, і вирішу наші відносини. Чи я пойду, чи ми зустрічуся. Що я не можу вибудувати місце, коли я запрошаю тебе разом зі мною це будувати. Я не ведаю, може калі-небудь гэта будзе зафіксавана ў такіх формах, да, дзе ўжо ну, немагчыма будзе ніякіх зменаў. Гэтага я не хачу зменаў. Але... Не-не, змены непазбежныя, яны заўсёды патрэбныя. Гэта зразумела. Мне здаецца, што мы ўжылі ў зубок. Добра, я... Гэта зразумела. Я сказаў. Асабліва там для абмеркавання. Цікава было б пра сям'ю паслухаць. Што? Мы ўстанавілі адносіны. Вот записали все, и потом ничего не меняет. Ну, все же меняется. Ну, я же Да, кому выносить мусор, кому. Спасибо. Ну, это я просто про живые, ну,
не формальная там, ну я думаю, завод, хотя на напевно завод так само так меняется, да, а про живые, ну, речи, яких люди относятся, есть некие нормы, есть некие там мета, и они тягом часу, ну, переживают, при том, что мы имкнемся заховывать тое, что усталявали. Ніколи не заховываются, яким выглядел, яким. Ви ж самі бачили, як учора В'ячеслав Бобрович демократію протягував контрабандою. Контрабанди. Ви думаєте, зараз я на штамбузі, хоч я не упиралася. Але це інша річ. Ну добре, давайте тоді далі. Так, ти про ритмику, про розклад. Про ритм і про накірунок я сказала. Може, самим таким адмітним з'являється некий розклад. Так? Расклад и профиль життя, индивидуального життя, связанного с университетом. Тут мне подается, что, может, головным принципом является вот эта разностайность мест. Может, это абсолютно зрозумело, но мне подается, видите, ну, когда вы выучаете плат життя, там идут такие профили. Их еще промывать, звичайно, это вельми пригодно. Выглядая, ну, кшталту, сколько часов там на поспать, сколько поесть, там, сколько, ну, и там разные нации промывывать. И вот, когда бы там мы захватились и мы решили доследовать, ну, нашу садистку там от життя, вот я думаю, что как бы идеальной там некой картинкой было бы, ну, там, набор огульного часу, який раскиданы по, ну, вось, не ведаю, там, гэтых 13 и, может, близких топах, какие сенс раскидания у тым, что все это месцы, вот в этой клопоту про то, как утрымливать, ну, напруженные думки. При этом это не значит, что это за все, ну, я тут сижу, там, это напруживаюсь, там сижу, напруживаюсь. Это просто, как бы, разные режимы. Да, разные режимы працы и життя, которые позволяют, все же сенс якого вот это, ну, протяг, да, пошук, ну, вот неких идей, там, проблем, працы с ними, выпробование их, трансляция их и так далее. И вот, ну, для меня, уже главной характеристикой лады життя в университете является шмат. Належность шмат месту, где человек, ну, вось, тягнет эту думку, какие он, до каких он приходит. То есть я тут еще контрабандой там, у листочки там засунула такие машины листики, разные места в университете, где мы робим разные речи. Вот, и он створенный был еще год тому, але, поскольку его звичайно никто не бачит, я контрабандой его засунула сюда, и там, ну, некое такое мое уявление про то, как мы в разных ролях выступаем, в разных местах. Бо, вот, на жаль, мне подается зараз, вот, трошки где-то идея профессионализации, про которую там сказал Мацкевич, трошки, ну, может, некие там социальные структуры, мы лучше меняем свой, ну, способ деяния не от места, а от статуса. Ну, например, покуль ты студент, ты слушаешь, ну, и отказываешь. Потом ты становишься там, не веду, этом, ассистентом, это сам, ты расповедаешь там что-то и выслушиваешь там этих студентов. И обязан, ну, например, там писать доследование. Потом ты стал профессором, ты ходишь и только, ну, расповедаешь. Так, ну, как бы, и роли, вот, ну, моя роля, как бы, у разных относинок до думки, она не меняется. Ну, типа, ты меняешься, а не шмат. Я заўсёды на конференциях расповедаю, на лекциях расповедаю, на семинарах расповедаю, ну и так далее. Так? А не на, там, например, на лекциях расповедаю, тут я слухаю, тут я там раблю еще нечто. И вот, ну, этот список я не буду повторять, але вот мне подается там прикметой лады життя университетского является вот это, ну, шмат просторовость и шматстайность ролей у относинок, да, ну, некой интеллектуальной працы. Я их не буду позначать. И еще одной характерной рысой этого же раскладу является, покинула, великая частка вольного часа. Вольного в сенсе незапланованного, ну, якоїсь докладной интеллектуальной працы. Ну, кшталту, писание, читание, там, те уделы в конференциях, а вольного для, ну, я бы так,
калі у нас ёсць магчымасць нешта вышукваць, да, у сферах, якія недатычна непасрэдна так, ці тэмы сваёй, ці там дысцыпліны сваёй. Не ведаю, тут мы спрабавалі культурная праграма, да, тое, што не звязана непасрэдна з працай, але дае, нейкі такі грунт для ці прастору там, нейкае месца для разгортвання ці пошуку ідэй. Мне падаецца зноў, што зараз за прафесіяналізацыяй ці нейкіх нашых, ці часу, ці сацыяльных стасункаў, увесь час заняты. Мы ж амаль не маем вольнага часу. Вольнага такога, якім можна распарадзіцца ў любым там накірунку. Так? 2 гадзіны хадзіць кожны дзень, там, маючы магчымасць працаваць з сабой, нешта бачыць і гэтак далей. Не, ўсё распісана. І гэта, на мой пагляд, абсалютна не адпавядае ідэі, мысленні, індывідуальнасці, бо для гэтага няма часу. Ёсць толькі нейкая праца, там, ранёс планавана. І вось каму сярод гэтага, вось гэты вольны час, можа, ад нас вялікіх такіх каштоўнасцяў і адна з вялікіх праблемаў. Бо зараз усё распланавана. І можа з гэтым звязана таксама яшчэ адна ідэя, якая тычыцца ладу жыцця і ладу жыцця для індывідуальнасці. Бо кожны з нас працуе з нейкай лакальнай, тэмай, праблемай, з нейкай лакальнай часткай рэальнасці. І навукі яны нават так, ўсю гэтую рэальнасць порезали на кавалачкі, і мы там нешта выпрацоўваем, нешта ведаем, але я так сказала, што ідэі, мысленні, праблемы, яны ўзнікаюць толькі тады, калі гэта ось лакальная веда, ці напрацоўкі, яна сутыкаецца з тым, што ёсць як бы цэлае. Бо чалавек у сваёй там жыцці, у практыцы, ён жа працуе з цэлым. Доктор працуе з чалавекам цэлым, а не з, тое, што дысцыпліна там зрабіла, да? З ныркай, так. Палітык працуе з Беларусі, якой як цэлая, а не частка паліталагічна, якая выдзяляецца ў паліталогіі, і так далей. І вось на гэтым сутыкненні таго, што мы ведаем і можам ведаць, вынайшлі участкі, і цэлага, якое так не пазнаецца, як маленькае, так, узнікае, тое самае напружанне, узнікаюць праблемы, якія дазваляюць нам вяртацца ў нашу сферу і потым неяк там працаваць. І, зноў жа, на жаль, сёння прафесіяналізацыя, гэта калі яна ў гэтай кватэркі лакальнага, да, яна не дапушчае. Я думаю, навошта навуковцу там выходзіць у свет і дадыкацца сам, у яго там свая сфера ёсць, і ён, фактычна, ягоная практыка застаецца ў ягонай там даследчай, напрыклад, дзейнасці. І гэтыя праблемы там, гэтай лакальнасці, якія вырашаюцца за кошт, будзем междысцыплінарна, разам некалькі клетачак сабярэм, будзем паміж сабой. Все равно няма дотыку да цэлага, таму што тычыцца там ладу жыцця ці формы дзеянні ці таго, дзе мы жывём. Я думаю, што вось нейкая там, сацыяльная, гістарычная, культурная практыка зноў жа ёсць важным элементам ладу жыцця універсітэта. То бок практыка не ў сэнсе там эмпірыка, да, ці там праверка сэнсіпію, а ўключэнне, не ведаю, там у палітычную практыку, у культурную практыку, там, дзе мы маем з нечым цэлым сутыкненне, пра што мы можам вось гэтыя, намацаць гэтыя праблемы. Не ведаю, наколькі гэта зразумела, мне падаецца, што зноў жа гэты выхад, да, ці уключённасць у практыку, гэта частка ладу жыцця. Што яшчэ? Забылася? Э,
так, я еще забылася про, ну, может, трошки так само про гэты расклад и те места, где мы бываем, які там не организованы в университете. Ставлення до них, да? Не глядзячы на тое, што гэта, ну, некая арганізацыя дзейнасці, гэта не можа быць тэхналогіяй, ну, як бы поўнай тэхналогіяй, ну, напрыклад, там для студэнта, ну, як бы поўны адукацыйны цыкл і поўнай тэхналогіяй. Як бы, калі я хожу па гэтых месцах, всё, што мне трэба, я там здабываю. Ну, яны мяне забяспечваюць напоўніцу. Гэта хутчэй месцы, там некія рэперныя такія месцы, кропкі. И великий ковалок самостоятельной працы лежит паза в этом месте. Помиш. Помиш. Ну, как бы, это самостоятельная праца, ну, снова же, я думаю, что это у сопротивлялось, звичайно, там, например, эдукационным зараз ставлением, так что ты приходишь в университет, и они повинны тебе довести, ну, как бы, да, специалист. Это как бы сама система, сама технология, отказная за то, ну, как включить необходимые там люди, курсы, там, ля-ля-ля, да, как ты на выходе стал, будешь, ну, добро ходить правильно, будет все добро. То же самое, там, ну, некая науковая праца, там, науковая институция, я, ну, забеспечиваюсь небыто, ну, как бы, полностью этого цикла, ну, технологичного. Так вот, это же университет, это не то место, оно не забеспечивает технологичного цикла. Она забеспечивает, ну, худшие вот там рэперы и магчимости, а вся отказность за выник, и она лежит там, на, у студента на студенте, у там, не знаю, навуковца академики, на навуковца академики, а не на системе, ну, там, организации, якая дает магчимость, але не забеспечивает. И сюда же относится розница поміж. Что забеспечивает? Ну, есть какие-то спорт нормативы и спорт достижений. Литовский университет не забеспечивает выполнение норматива. Ну, там, норматива студента. Да? Ну, на вопросовку специалиста. Те норматива, ну, просто там нормальная науковая деятельность. Она может, типа, повинна давать норму достижений. Планку. Давать не планку. Само ставление. Праз там, праз университет, я могу досягнуть чагосьці. Не выканаць норму, так? А досягнуть. Ну, а што досягнуть, гэта я сам ставлю сябе. Вось, ну, і, напрыклад, там, калі сённяшні там беларускі університет, ён працуе на выкананне нормы, ну, там, нормы нормальнага, ну, професійнай падрыхтоўкі, ці там сённяшняя, ну, там, звычайная дысертацыя, так, тыдзе, гэта выкананне нормы. Ну, норматыў даследчыка. Вось, мне падаецца, што гэта не наша задача. Так? І гэта не стаўленне ўнутры, ну, стаўленне асабістае, стаўленне ўнутры літоўскага універсітэта. Норму выконваць можна там, у іншым месцы. А тут трэба выкарыстоўваць магчымасці для дасягнення. Ну, некіх там амбіцыйных, розных і гэтак далей. І, ну, можа, апошняе, вот трошкі да гэтага Андрэй Казакевіч казаў, што для гэтага ладу жыцця, для яго, ну, некай крышталізацыі і трансляцыі, ёсць неабходная функцыя ўнутраная, ну, не ведаю, намінацыі ці раздавання статусу. І нават калі, ну, потым яе трэба там суадносіць з нечым знешнім, ну, вось там са ступенямі, гэта бле, але каб вось захаваць, сфармуляваць нешта, вось гэта ўнутранае наданне статусу, ўнутранае прызнанне. Па тых крытэрах, якія там звязаны з гэтай ідэяй, яно, ну, проста неабходна, яно таксама павінна выходзіць у лад жыцця, вось гэта, ну, ўнутранае прызнанне. Трэба, праўда, тут яшчэ зрабіць нейкія, ну, інфраструктурныя магчымасці гэтага, але вось, ну, нейкія такія, там, не ведаю, абароны сярод калегаў, яны вот так само необходимо, как бы это замацевать. Замацевать, ну, здесь вот это, и лад життя, и умерщи. Я, напомню, на этом скончу. И прикладно так я себе бачу. Летучий университет с текучими формами.
Ні, просто ось на конт апошнього я один тільки коментар зроблю. Коли ми сапраўды, ну, мається на увазі, Літучий університет це кое з того, що кожен ставить собі за мету, то фактично оборона перед університетом буде означати представлення свого бачення. Іншими словами, не важно, що він там представить, він представить і скаже, я хотів досягнути цього, я досягнув, як ми зможемо оцінити цього? Ми зможемо тільки поглядіти і сказати, ну, малайчина, ти от це досягнув, так, от це твій винік, ну все, Аліс, ми затверджаємо. Ні, я просто, я так крыху абсолютизую, я абсолютизую, але де будуть ті критерії, по яких можна буде відзначити, гэты чалавек досягнув чого-небудь, гэта замеры треба буде робити перед і пазней, а нават калі ён не трапіць у гэтыя замеры, то што? Ён скажа, а я і не збіраўся нічога змяняць, я наадварот хацеў деградаваць крыху. Ну, я думаю, што, ну, сапраўды, гэта трэба, ну, там, крытэры, працэдуры. Не, я не пра тое, што іх трэба, я просто вот знаходжу тут такую несутыковку. Альбо тады ўже абараняць не трэба нічога. А, пробачте. Ну, а я наїжджаю. Я не думаю, что треба оборонять свой шлях. Так? Ну, в сенсі, там, я с першого класса вирішила дойти до 10-го, ну и зараз я вам покажу, як я дійшла. Оборонять і признавати один одного, може, треба за некі речі, які мають коштовність. Ну, наприклад. Для Беларуси, для мысли. Ну, мне нема отказу там таких докладов, что это повинно быть. Але критерием не заявляется сам шлях. Критерием заявляется нечто, что ну, можно признать каштовным и каштовным ну, для некой супорности. Ну, вы разумеете, каштовным для супорности, якая объединена, ну, снова, некими идеями, там, некой перспективой и так далее. Тое самае, як я думаю, калі выпрацоўвалася там ну, гэта навуковыя крытэрыі кандыдатаў навук і дактароў. Так. Яны ж, па-першае, змяняліся. І яны выпрацоўваліся ў адносінах да нечага. Так? Ну, ці ёсць гэта, это зараз стала там, кваліфікацыйнай працай. А в прынцыпе, ну, калі-нікалі і в прынцыпе там доктарская ступень савецкіх аспірантаў, гэта ўжо не кваліфікацыйная, гэта ўжо там ступень дасягнення. Але там ёсць ну, сістэма нейкіх крытэрыяў, якая выбудовуецца з таго, што мы лічым ну, на сённяшні час. Мысленнем, да, ці практычным, ну, у шырокім сэнсе. Ну, але гэтага ну, зараз немає, мы, там, я думаю, вельмі далёка ад гэтага. Я пра гэта казала толькі таму, што про гэта трэба думаць і як гэта ўсталёўваць. Бо без гэтай ўнутранай сістэмы прызнання і ўнутранай сістэмы статусу мы зноў жа запазычваем статусы тады адкуль сізне. Ну, так, там, ці то там, ступені, які раздаюць, ці то, ну не ведаю, іншыя нейкія крытэры, там, не ведаю, выданняў, там, яшчэ чагось. Можа, трэба проста ну, там, перагледзіць і спрацаваць нейкую сістэму, але пакуль яны просто знешнія для універсітэту, ці абсалютна там суб'ектыўныя ў сэнсі, ну, там, маєнцы. Ну, гэта таксама, ну, не працую на нейкую стабільнасць і так, трансляцію і, ну, произведення. Ну, шмат што не зразумела, таго, што прадаецца. Ну, і, напэўна, што мне падаецца найбольш проблематично, да? Ось, калі приходять зводку люди до нас, яны розуміють, наскільки ми ще маленькі, слабенькі, там, аморфні, невизначені, непевні, да? І кажуть, а, ну, ось у вас серйозні наміри, значить, ви будете становитися нормальним університетом. А значить, у вас будуть кафедри. Давайте, ось я пропоную там такую кафедру, там. А у вас будет трое там, да, ось давайте я пропоную такий курс там и так далее. И для меня это значит то, что для людей, которые так говорят и такую пропанову робят, для них будучи нет,
вызначены. Ну так. Ну это по колу. Ну не по колу. Не, ну вызначены. Да, вызначенные, бо. И не ведуть, ну куди вы поденетесь от этих кафедр? Да? Ну куди вы поденетесь там от деканату? Ну куди вы поденетесь от там... Статуту. Ну и так далее, да? А, и ну, цалком часто удивляются, чему мы отпираемся от всех таких форм. Да? Хороший, вредности характера исключительно. И тут, ведаешь, вось, эта вызначенность и невызначенность будущей, думаю, что одна из самых грунтовных и проблемных часток этого самого ладу життя. Ну так. Бо звичайно люди ходят по знакомых местах, ведаючи, что яны напаткаюць у гэтых месцах. Яны ходзяць у заўтра, сёння у заўтра, ведаючы, што будзе заўтра. Калі некія сумненні ёсць, то яны заглядаюць у інтэрнэт, даведваюцца, якое будзе надвор'е. Там, да? Які будзе курс там долара на заўтра там і так далей. Каб ведаць уже заранём, што будзе заўтра. І піянеры, ці першапраходцы, які, да? Якія наўмысна ідуць туды, дзе нічога не вядома. І наўмысна адбрыкваюцца ад стандартных заштампаваных там форм. Да? І як вось захаваць гэтую непэўнасць, невызначанасць будучыні праз вось лад, да? Лад жыцця тых, хто ідзе менавіта ў невядомы. Ну вось гэта няпэўнасць, ну, з таго, што я тут напрадумляла, ці надумала, яна вось вызначаецца гэтай, ну, рознай рытмікай, так? Ну, хаця б трохі фіксуецца гэтай адсутнасцю агульнага рытму, а значыць адсутнасцю агульных, ну, вось, ну, як бы кропак. Ну, а без рытму немагчыма, да? Вось калі мы кажам, у нас так повинна быть штогод летняя школа, да? И было б вельми добро, каб мы ведали даты этой летней школы на наступный год, да? Тады люди могли б плановать, а коли мы за тыдень до выезду вызначаемся с датою, люди уже не могут, шмат кто не может потратить. Не тому, что не хотел бы, да, а тому, что, ну, так, ну ритмика пэўная, жесткая, повинна быть. Олег, мы можем покинуть и навык ведать даты, але, например, не привязываем. Ну, мы ведаем, что это летняя школа, але мы не привязываем мэты летней школы, ну, как бы яны не вызначены каждый раз. Нет, ну вот, неведомо, что будет отбываться на летней школе. Так. Вот, складывается программа, робятся заявки там и так далее. Древно коли мы ведаем не только дату и место проведения, а и все, что будет. И мы были уже минулым разом, да, и будет то же самое. То есть как сделать так, как, вызначаючи даты и место, не вызначать, а что там будет за подея, выпадок, ну, певные темы. Не вызначать. Вызначить дату и вызначать мы. Разом будет футбол. И что? Нечакана. Вот тут, тут нечаканность некая, ага. А я еще проткну эту мяч футбольный там. Шампуром. Ну, да, шампуром. Как было еще текает. Вот ты, блин. Да ключевой такая не было. Проблемность захавання вось гэтай невызначанасці. Пафос понятен, а што рабіць зараз гэтым пафосам? Не зразумела. Для мяне, я ж кажу, што шмат што не зразумела, да? Можна марыць пра тое, што вось мы такія там, все такія арыгінальныя там новатары там і так далей, да? А быць цалкам заштампаваным і рабіць адно і тое. Таму адна справа марыць, другая справа дбаць. Калі мы абмяркоўваем гэта, так, то трэба менавіта даходзіць да чыннікаў, па якіх гэта невызначанасць будучыні можа быць гарантавана. Расклад дня трэба запісаць. Кожнае утро абнуленне. Ну, напрыклад, так? Подвиг. Одну конкретную деталь можна даведацца, звычайна.
Коли мы дипломы отрываем, корочки будут в стене? Я первый за жизнь. Не, ну, коли хочешь, я вам выпишу. Индивидуально. Индивидуально. Корочку. Дай вам. Ну, определенный цикл есть, который задается сейчас летними школами. То есть летняя школа сейчас как такая точка принятия решения, что дальше. Где ты видишь принятие решения, что дальше? Ну, она является, скажем так, материалом. То есть до той летней школы не было расписания на следующий год, после появилось. Да, там, до этой школы вроде тоже нет расписания на следующий год, после где-то начнет вырисовываться. Да? Летняя школа как возможность заявить, как что-то предложить. И ну, в условиях, когда будущее не определено, ну, для внешнего наблюдателя, вот как мыслительный пример, там, да, приходит кто-то и пытается разобраться, что же летучий университет. Ну, минимально, что он должен как бы знать, там, да, это цели, ну, вот в условиях там. То есть, может быть, будущее непонятно, но хотя бы, чтобы субъект как бы, ну, всегда знал цель там, не знаю, на ближайший год или на ближайшую там пятилетку. Ну, субъекта летучего университета. Не-не-не, как раз вот мне кажется, цель, она должна быть проводником для пионера, который идет на незнакомое пространство там завоевывать. У него же есть там цель, допустим, либо найти золото, если он там золотоискатель, либо там открыть там Индию, если это Колумб там. Ну, то есть какая-то цель, которая, ну, заявляется публично. И она служит, так сказать, ориентиром и, возможно, вот этим вот, ну, нарезателем циклов. Ну, если брать про цели образования, то там, ну, вот в классическом, да, установках, там подготовка специалистов такая мини-цель для деканата. Там. Он там должен выпускать там каждые 5 лет там новую партию специалистов и распределять. Деканат сказал. Ой, что? Давайте так не будем. Ну, там и такая формально предъявляемая цель там студентам, она дает как бы так понимание, типа, зачем туда идти. Если говорить про летучий университет, ты говоришь, что тут есть там безграничные возможности для собственной там самореализации и роста, то, ну, как это, мне кажется, для, ну, для студента такое как бы может быть очень, ну, не вызначено. Ну, как это мало привлекательно. Вот для профессионала, там, который исследователя там, или, не знаю, там, мыслителя, такая наоборот может быть привлекательная постановка. Вот. И, ну, если хотя бы там, ну, не говорить, что мы за 5 лет подготовим специалиста, то хотя бы, ну, там, определять цели. Ну, цели какие-то. Какие-то цели, типа, вот можно стать тем-то или тем-то, да, там, то есть. Знаешь, Иван, ну, подождите, давайте мы разберемся. Я третий год пытаюсь, и я чувствую, что в общем, все это в конце концов поменяется, потому что упорство с двух сторон оно прекрасно. Я пытаюсь объяснить, что не могу я тебе сказать, кем ты должен стать, пройдя через этот самый летучий университет. Не могу, не хочу и никогда не скажу. Сколько бы ты не хотел меня... Я могу сказать, что я бы хотела, чтобы среди тех, кто попадает в наше это самое, стало, появилось несколько Мацкевичей потом, несколько Казакевичей, парочку Акудовичей, но я ни в жизни не построю тебе путь от Ивана Веденина до Акудовича. Я о пути и не говорю, цели должны быть. Ну какие цели? Подожди, вот. Сейчас. Вот мне кажется, тут есть момент важный, да? Иван, у кого должны быть? У кого цели? Цели, если это образовательное учебное... Это не образовательное учебное заведение. Ну, оно берет на себя функцию образования или нет? Да. Берет. Ну, раз вот, есть как бы, функция образования, у него должна быть как бы, ну, какая-то точка. Вот смотри, в чем разница, да? Ты всегда требуешь цели от того, или от структуры, там, от университета и так далее, и так далее. У нас принципиально другая позиция. Мы говорим, цели должны быть у тебя.
а не у структуры. Это вот у нас был в Рушине, этом самом, до там, университета, да, когда мы делали там после, или в период выборов там, 2006 года, Рушине, да, и у нас был забавный человек, он до сих пор еще тусуется, Евген Бойко. Я говорю, появлялся так, там, куда-то там прилетал. Да, какие наши мэты? Какие наши мэты зараз? Я готов там это попрацевать на наши мэты. Кто тебе повинен ему был сказать? Вот наша мэта такая. Мы принципово кажем, все иначе. Приходит человек, мы пытаемся, какие твои мэты? А мы инфраструктурная речь. И мы будем с тобою, да, обмерковывать, здольны ты досягнуть своих мэтов тут. Ну, мы, а так, эта инфраструктура мае некі, ну, гэта можна бачыць як інфраструктура, але ж ну як для вельмі вызначаных усё ж такі рэчаў. То есть та інфраструктура, якая там пад што падлягае, пад што-то не. У машынаў, структурам, будынкаў не бывае мэты. Мэты ёсць у людзей, якія карыстаюцца гэтымі машынамі. Там выходзяць в гэтыя будынкі і так далей. І вось чалавечыя мегамашыны, кшталту універсітэты, кляштары, армія і так далей, да? Людзі перакладаюць на іх свой абавязак. Адмаўляюцца самі ад таго, каб мець мэты, перадаючы гэтую функцыю бездушным машынам. Ну, нават і структурам пабудаваных з людзей. І тады, паколькі наша... Мы таксама такая рэч, якая пабудавана людзьмі з людзей. І вось там адной з цыглінкай гэтай пабудовы з'яўляецца вадалашка. І паколькі яна такая цыглінка, ну, несучая канструкцыя, то усе прыстаюць, якія нашы мэты там, да? Дайце мне мэту, я буду яе выконваць. Я здольны там сваімі намаганнямі там вашую мэту дасягнуць, якую вы мне паставіце. І вось цалкам адваротная сітуацыя. Яна можа быць, ну, не столькі шакуе людзей, да? Але ж вось як у асобе Івана, да, такое далдонства. Трэці год патрабаванні. А может вы просто меня не понимаете? Это постоянство, это хорошо. Я так объясняю, инфраструктура, например, метро. Да? На метро можно доехать до Урусья, и сейчас проложили в другую. А на юго-запад, допустим, я никак на метро не приеду, если даже у меня есть такая цель. Почему? Да, правильно, видишь уже. Правильно. Так вот, как бы, я хочу, чтобы университет дал, типа, что-то карты метро, куда можно так попасть. Вот представь себе, что в транспортной инфраструктуре города есть метро и трамвай, которые ходят только по рельсам, а есть такси. И ты приходишь к таксисту и говоришь, так, а куда вы меня довезете? Скажи мне, куда ты меня довезешь? И люди, да, вместо того, чтобы пользоваться преимуществами такси, делают из них маршрутные такси. Эти маршрутные такси, когда-то, как только их ввели, они ходили по маршрутам почти как по рельсам. Но там еще была свобода. То есть пассажир мог сказать, остановите меня здесь, да? И если правила позволяют, водитель останавливался, и ты выходил. Потом они перестали. Зачем? Ну, только там на автоостановках, да? И вот так вот мы поступаем всегда. Вместо того, чтобы пользоваться свободой такси, мы навязываем таксистам вот эти штуки, да? И абсурд спрашивать у таксиста, куда вы меня довезете. Вот мне кажется, что тут есть еще один момент, который вот, опускаем в этом обсуждении, да, когда вы говорите, мы инфраструктура, я Владимир Владимирович не инфраструктура. Да. И как бы понятно, что мы в разных, ну, то есть это разные оптики, да, понятно, что там какой-то части своей деятельности, да, я там озабочена вместе с Вячеславом, с Юлей, ну, действительно в каких-то инфраструктурных местах, ну, в обеспечении вот той структуры, которую вы придумали. Но у меня есть цель. И эта цель не обеспечить там, ну, как это, линии метро, да? У меня есть еще собственные цели, и здесь мы собираемся их обсуждать. Ну так я что, это у тебя есть цель. И в этом смысле я Ивану не могу сказать. Таня, а можно так эту метафору уложить, что цель ваша, винтовка наша? Нет!
Вот с целями нет. Оптика там. Это не та оптика. Вот, глядите, еще, Сарас, Крауцевич вельми добрую речь сказал. Прямо. Да, да, да. Есть два слова. Цель. И на одно и то же, значит. И глядите, я еще по походжению, да? Ну, сдается с одной и той самой деятельности, да? Поцелить, там, стрельнуть, да? Потрапить туда, куда треба, да? И вот цель это то, куда уже потрапили, да, по значению. Мета это навык, ну, не цель, да? Метка. Это, как мета там и так далее, да, коли мы у некой сферы просто ставим метку и позначаем, не цалком описываем эту речь, а только метку там будуем. Да? А тут уже цель это самое, и она не к, ну, мы уже туда поцелили, да, и она уже вызначена. И вот с этой метою, да, мы можем вот взять это самое место. Тут место у тебя там? Это распорядок дня. А, распорядок. Где там? А, вот тут были места, да? Местцы. И по этих местах позначать метами, да? Метить. И про эти метки, да, вызначать особистый, индивидуальный шлях. А можно иначе. Можно зарабить это место все необходимыми, выстроить их у пэвный парадок и зарабить обход. И тогда и час вызначается иначе, там и так далее. И как вот сопроводит, это вельми истотная речь про вольный час. Да? То есть мы зараз робили гультю у Львове, разом плановали с немцами и поляками. Мы звычайно гульню робим так, как был досить великий вольный час, ну, в середине дня, да, как люди могли поцаровать, там, есть, там, поспать, коли захочет, ну, робить то, что захочет. Немцы падли, да. Им подалось, ну, это ж марнотравство часу, да, вот, ну, там, 3 годины, в середине дня люди ничего не робят. И они запихнули туды шмат разных мероприемств. У вынику просто на гульни не было часу подумать. Я думаю, в том, что говорит Иван, вообще есть смысл определенный. Может быть, я, может быть, как бы усилю даже, да, в каком-то плане этот тезис. Как-то надо, чтобы меня правильно поняли. Я думаю, что имеет смысл, конечно, говорить, может быть, не о цели, а скорее о какой-то утопии в позитивном смысле вот этого слова. Ну, в том, например, в котором там Кант когда-то говорил о том, что, значит, когда он писал о стремлении к вечному миру. Да? То есть вообще вечный мир – это нечто невозможное, в принципе. Да? Но когда мы принимаем политические решения, мы должны действовать так, как будто это возможно. Да? Да. И вот в этом смысле, мне кажется, то есть вот именно в смысле такой утопии, да? Для того, чтобы ориентироваться в этих метках, да, вот мы как раз можем говорить о некой... Все-таки о некоем предполагаемом, да, ну, утопия, да. Я бы сказала, что утопии как раз у нас хватает. Ну, вот в этом смысле все нормально. Хорошо. Ну, опять же, объясняет, как работают ценности, да, потому что я не могу просто, исходя из ситуации там или контекста конкретного, да, все равно ориентироваться в этих методах, да, или там. Они все равно каким-то образом там выстраиваются. Да, да. Мне так как раз кажется, что ну, в смысле... то, к чему мы стремимся, да? Ну, то к чему нет... можно прийти, да? Ну, да, то есть телеологии там никакой не должно быть, естественно, потому что цель подразумевает телеологию определенную. Да? Вот. А что касается вот как раз именно такого позитивного утопического мышления, то оно должно быть. Иван-то, мне кажется, как раз говорит о какой-то практичности, да? Ну, то есть, чтобы было понятно, ну, что можно получить от этого, ну, безобразия. Может ли образуемый, да, как бы... четко представлять вот цели своего образования, конечно. Да. Ну, это на вот педагогике. Давай переформулируем так. Может ли образующийся
Александровна. Кто, не кого я образую, а кто как это, занимается себя своим образованием. Конечно, он как-то себе это представляет. Откуда он это может взять? Я тебе расскажу про себя. Хочешь? Вот пока я учусь в университете, мне рассказывали, каким должен быть социолог. Да? Это мне рассказали. А потом я встретила вот этого в желтой маечке. И я взяла цель очень просто. Лидер всегда в желтой маечке. Да, он всегда в желтой маечке. Я знаю, какой я хочу быть. Нет, ну понятно, что без бороды и... Маечку мы поменяем. И я думаю, что это настолько по-человечески. Вы перестали вообще, ну как бы, с этим работать. Люди вообще стремятся к образу, да, не обязательно к живым, ну вот это, ходящим рядом, да, а если представить, что мы вычеркнем вот эту вот строчку социологии обучения, вот, могла бы ты распознать вот лидера в желтой майке? Без того вот бэкграунда, который был получен. Когда ты пошла на социолога. Но тогда мы не можем вычеркнуть семью мою, да, друзей моих. Из них я тоже не смогла это распознать. Но образование занимает какую-то часть воспитания, вот как бы члена общества. Я же не предлагаю тебе не учиться в университете. Ты ведь учился? Он уже отучился. И я думаю, что вот почему я говорю, что это не та структура, которая заменяет профессиональное образование там, или еще какое-то. Ты все равно это будешь получать. Это самообразование. Это не заменит тебе. Это то, чего там нет. То, что университет не работает с мотивациями. Ну, работаешь несколько старше. И без много чего бы я чего-то там не распознала. И мы даже не сможем определить без чего. Ну, и не сможем создать матрицу этого чего-то. У Виолетты был вопрос. У педагогіцы описана концепция суб'єктно-орієнтованого навчання, іншими словами, это уже есть, можно навіть посчитать. Зараз не ну ясно, что навчання сам покладає мети, але мені здається, про інше тут треба розмовляти. Мені даже кажется, что на самом деле, да, так всегда происходит. Они, тут, ну, это самое, ну, я, да, Игоря, да, это не только навученцев тычется. Вот так само до нас приходят там люди, говорят, о, цікаво, у вас там летучий университет, а дайте я прочитаю у вас такой курс. А на вот. Нет, такое махчимо, да, чему не, инфраструктура есть, можно прочитать такой курс. А что ты хочешь зарабить с этим курсом? Ничего, я бы умею его там читать, да? И нам это не цікаво. Ну, и все. Свободно. Нет, так, а тут же принципово... Но при этом, Владимир Ильич, есть еще другая ситуация, когда приходит и говорит, а потому какой курс он принципово? Он хочет. Вы тоже не отвечаете. Хорошо. Виолетта, вопрос еще был? А, нет, он снял. Все, снял? Все прозвучало, да. Отлично. Тогда еще короткие вопросы и реплики, если есть, и мы будем завершать этот кусок. Ну, же ж можно не подыходить. На другую тему реплика. Реплика на другую тему, да, связанную с той темой. Не, ну про ценности там я как-то Бобровичу предложил летучий университет положить как ценность. Ну и тут могу предложить, потому что третий год носиться с летучим университетом и не ложить его в ценности как-то так. Ну да. Тебе не кажется, что это получается несколько интересная логическая конструкция? Основная ценность летучего университета — это летучий университет. Я люблю себя больше. Можно положить, туда много чего. Демократию можно положить. Еще очень много чего можно положить. Вот. Беларусь как единичный объект там лежит. Да. А летучий университет. Как, или просто университет. Понимаешь? Как объект заботы, хранения и развития. Ну, можно положить, да. Я же говорю, вот мне кажется, что. Это вот вначале этот разговор с Игорем, да, давайте вот, ну, как бы, четко что-нибудь там сформулируем, ну, и потом из этого четко что-нибудь выведем. Нет, в смысле, что это вот путь, допустим, сверху, ну, да? Ну, так-то, вот сверху. Окончательно вызначим еще? Не-не-не, я казал, как отрымливается. Альбо сверху будует университет, альбо снизу. Я сказал, что мы тут будуем снизу. Ну, в смысле, коли я зараз тут так само присутничаю в этом деле еще. Понимаешь, мне кажется, что если что-то покладается в этот там архив ценностей, да, ну как бы в этот класс, это значит, ну вот, я бы как это поставила требование тогда делать, ну как это, выводы из этого, да, то есть что из того, что туда полагается летучий университет как ценность, следует для нашей организации деятельности, для образа жизни, что вообще меняется от того, что ты засовываешь туда еще какую-то дополнительную как бы вещь.
то ли демократию, то ли летучий университет, это не принципиально. Что это меняет во всех остальных составляющих там, организации, жизни, деятельности, мышления в нашем сообществе? Если это что-то меняет, и мы про это договариваемся, тогда, я думаю, туда можно покладать что-то дополнительное. А так это просто как-то набивание сундука. Ну, мне так кажется. Нет, ну, с одного боку, ведучий университет сам по себе автоматично становится каштовностью. Да? Бо это наше. А коли это наше, то мы его бережем, там, неяк там клопотимся про его, да? Все, про что мы клопотимся, так те иначе является каштовностью. И это автоматично. Тут я не думаю, что треба... Ну, я скажу, можно попасть. Я просто про то, что это ничего ни к чему не добавляет. Потом, да. Ну, хорошо. Ладно, все, закрываем тогда мы этот наш этап работы. Кофе нас ждет вон там, вон можно пойти погреться. На полчаса, я думаю, перерыв, и в 12 мы собираемся, у нас еще два интересных доклада.